Здравствуйте, это магазин «Горные вершины», меня зовут Евгений, и сегодня мы будем устанавливать крепление Salomon ProLink Shift. Установка таких креплений не требует сверления и каких-то специальных инструментов. Несколько слов об этих креплениях. Это относительно новые крепления от компании Atomic Salomon. Преимущество данных креплений является запатентованный пластик, достаточно жесткий, простота установки, небольшой вес и достаточно легкая регулировка. Для начала мы устанавливаем носочную часть крепления на лыжу, а затем мы устанавливаем пяточную часть с учетом размера ботинка. В процессе установки носочной части нам необходимо снять с блокировки, а затем завести на рельсу. Оттягиваем крепление немного назад, поворачиваем блокировку против часовой стрелки, отводя крепление на центр тяжести по индикатору 0. Фиксируем индикатор в продольном положении. Далее заводим задник на рельсу крепления. Фиксируем размер ботинка, допустим, у нас 42. Для этого приподнимаем немножко язычок и фиксируем на индикаторе 39-42. Крепления установлены. А теперь давайте поговорим о нюансах настройки. При смещении крепления вперед относительно центра лыжи у нас улучшается показатель контроля на трассе. А при смещении назад у нас улучшается показатель скольжения на ровных длинных трассах. На классических лыжах также имеет значение положение крепления. При смещении крепления вперед у нас увеличивается показатель сцепления с лыжней, что очень хорошо для подъема в гору. Соответственно, при смещении назад этот показатель ухудшается. Как видите, процесс установки действительно очень простой. Ну а если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. И не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Это был магазин «Горные вершины». Меня зовут Евгений. До новых встреч!